Добрый вечер. С вами Михаил, он же Майкер. И сегодня за один вечер попробуем пройти небольшую игру под названием Insight. Мне ее порекомендовал безумный дизайнер. Я посмотрел оценки. Игру очень хвалят. Тем более в Лимбо-то мы с вами играли. И игра обещает быть очень интересной. Она простенькая, платформер. С точки зрения визуальной выглядит интересно, стильно, я бы даже сказал. Играем без вебки, без чатика, чтобы не портить атмосферу. Поехали. Тут буквально там 7 кнопок. Я зашел в настройки, посмотрел. Курсоры, Ctrl правый. Не знаю, что пробел делает и делает ли вообще. Короче, все очень просто с точки зрения управления. Главный герой, судя по всему, пацан. Лет это к 12. Не больше. Нет, наверное, даже поменьше. Респаунимся мы где-то в лесу. Так, автомобиль. Закрыли, увезли. Стукнул, поехали. Нам ничего не говорят о том, что это такое, что эти за капсулы, что это за лес, кто этот мальчик, куда он бежит и зачем. Мы все, видимо, будем изучать по мере, по ходу пьесы. Назовем его Эльдар просто так. Ах ты, Витя. И вот у этих товарищей зачем-то маски. Даже когда они друг с дружкой вот стоят, общаются, надеты маски. Вопросов больше, чем ответ. Я чатик все равно поглядываю, товарищи, вам привет, тем, кто онлайн смотрит. Так, Ctrl, пить. О, нет, нет, только не телефон. Оп. Значит, Ю, кстати, такой знак. Нет, 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 нет. Только... Сейчас я звук даже выключу нафиг. Все. Да я сам виноват. Позвонил перед тем, как... Не застал, и сейчас перезвоню. Надо как-то назвать главного героя, это он безымянный. Но мне не нравится идея называть его Эльдар. Может, потом нам расскажут, что это, например, Василий какой-нибудь, Григорий, Константин, мало ли. Пес, 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 пес. Пес. Какой-то нереалистичный. Ну ладно. А пса ушли, допустим. Игорь? Аркадий. Аркадий. Он еще молод для Аркадия. Аркадиями не рождаются, ими становятся. Так же, как и Василиями, собственно. Ой. Ну, здесь нигде не спрятаться, поэтому я просто бегу. Меня видят, кажись. Ой. Просто бегу, 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 бегу. Выстрел был, как из огнестрела, а прилетел в меня дротик вообще. Так, видимо, надо где-то спрятаться после падения. Это первая смерть. Счет открыт. Наверное, назад надо было. Сюда вот раз. Кто ж знал? Ну, я догадывался.
Не свернул назад все-таки. Пошла уже отдышка. Ну тяжело, он уже бежит столько. И в воде побывал. Так, стоп. И камера так, и слышим, как дверь хлопает. Ну что? Я не хочу без инфы бежать. Я ж палюсь, я тут просто на поляне, как заяц в скошенном поле. Ой, палюсь, ой, палюсь! Так. Беги! Игра-то жестокая. Блин, и я не видел там, что... Да, надо было просто... Короче, через бревно надо было прыгать. Я второй раз не успел перепрыгнуть. Вон там бревно. Как ты не перешагнул через него? Ну, бас! Беги! Отрываемся. Это... К чему так эта жестокость? Я не пойму. Пацану. Он в младших классах все еще. А его тут прям... Ну как мне? Как? Я понял. Прыжок. Надо было дождаться. Ну, я не знал, насколько тот отстал. Какой нормальный человек будет вообще... Фига! Так беги! Нет! Я смотрю другие, вдруг. Не, реально игра жестокая. Хорошо, что у нее свитер красный, а то сейчас бы мы увидели эту кровь, кишки и прочее. Грязь. Я только раз миночка, Михаил. Соберись, давай. Почувствуй себя мелким пацаном. Давай, аккуратно. Жизнь дорога. Работаем. Прыжок. Упал. Готовься к прыжку. Вот оно. Хорош. Беги. И тут проблемы. Понимаете, тут лучше нырять вообще. И проплывать. По поверхности меня точно, заметили. А, он начинает еще задыхаться. Так, ладно, пока плывем. Хорошо он плывет, кстати. Ногами прилично работает. Пара поросят. А их-то за что? Вряд ли они умерли естественной смертью или тут на берегу. Вдвоем. Кукурузное поле. Ладно, звучит безопасно. Кажется. Что там? Что это? Слышите, колокольчик или... это цыплята бегают. Цыплята — это хорошо. Значит, мы уже на ферме у кого-то.
Добрый вечер, Мортис. Добрый вечер всем, кто там пришел. У нас проблемы. Еще большое количество трупов. Свиней. Может быть, да, это и какая-то была болезнь. Те как бы ушли, но там и гухнулись. Цыплята за мной. Кто? Кто? Кто тут лидер? Блин. Я чувствую себя как на стриме, меняемся к лучшему. Подходим, собираемся, пацаны, собираемся. Так. О, новые пользователи прибегают. Ладно. Очень мило. Раскачиваемся. Оп. Добро. Цыплят едят мертвых свиней. Жуть какая. Так, ну перед нами генератор. Недвусмысленный рычаг. И не заводится с первого раза. Зерно фигарим, да? Так. И наверху есть сток сена, да? Пусть пока поработает, я осмотрюсь лучше. А, ну мы его должны столкнуть, по идее, чтобы пододвинуть сюда к стенке и перебраться через стену. Прыгай в трубу. Мне кажется, это где-то подвох. Сзади там ничего у нас нет. Только дверь. И цыплята, которые... О! Так, ребята, заходим. Там цыплята нас ждут. Заходим. Может, цыплят туда заманить. Да, пацаны заходят. И, может, реально цыплята где-то помогут? Может, они поклюют зерно, которое там высыпется? Ребята, смотрите. Сейчас посыпется. Премиум ключи. Не, они слишком преданы. Не то самое нет. Может, они сейчас реагируют? А как так произошло? Почему в прошлый раз она не скинулась? Оп. Оставляю, к сожалению, пацаны, вас снизу. Увы. Но вы пишите, если что. Игра очень коротенькая, насколько я понял. Так что мы за вечер ее должны осилить. О-о-о. Что мне предлагается в кучу трупов прыгнуть? Это не самое разумное. Вот если в жизни такая ситуация получится... Лучше так не делать. Но тут, судя по всему, другого варианта нет. Да. Ну там, за доску какую-нибудь постепенно, за угол там спустить. Ну, короче, неважно. Но такие прыжки, они чреваты. Мало того, что неприятно, в принципе, приземляться на... кучу мертвых свиней, так еще это небезопасно. Как ассасин, да, только вместо стога сена. У нас с вами... О! Надеюсь, он не под напряжением. Спайдермен. Так, здесь лучше передвигаться прыжками. Если будет такая тема, так тупо быстрее. Так, мне показалось, или это... Это не хвостик свиньи, это червяк у нее. Да, и там тоже червяки вокруг.
Бешеный хряк. Как ты гад, а? Ладно. А что сделать? Перепрыгнуть через нее? Наверное, да, перепрыгнуть надо было. Воу! Ух ты, цирковой. Нам надо вместе выступать где-нибудь. Спокойно. А как же мне... Понял. Проблема решена. Ё-моё. Он... Ты успокойся уже, ну. Хватит. А, убилась? Слава тебе, господи. Такая грязь. Ой, а кто там сидит? Видите? И это непонятная штука. Я не знаю пока, что происходит. Я не заберусь. Это таки хвост. Нет, точно не хвост. Это точно не хвост. Давайте попробуем назад. Выйти посмотреть, вдруг я что оставил здесь, но вроде бы не было ничего. Вот это непонятная штука. Это не лампа, это что-то... Грязь. Типа свинья под контроль берется. Теперь она добрая, якобы. И можно ее нормально. Ой. В Лимбо тоже, кстати, были такие подобные слизни, которые. Да, и это тоже было. Да ладно. Теперь мы можем управлять. Так, давай второго нужно. Силы не хватает одного. Ну, нет. Может, сначала этих освободить попробовать. Да, ребята. Ну давайте, ну. Класс. Работаем сообща. Тима из 4 человек. Или на себя. На себя. Все, и приуныли. Ладно. Отключаются. Что? Что это? Почему они как... Безвольные какие-то. Ладно. Проходим. О, а тут уже солнышко распогодилось, все хорошо. То есть что есть? Есть непонятный пацан, есть какие-то черви, которые под контроль берут, есть какие-то устройства, позволяющие контролировать других людей, причем группами. И... Они вот, смотрите, все унылые какие-то стоят, понурые. И вначале, помните, их тоже пачками увозили просто в грузовике. Окей. Так, вижу цепь. Ее длину можно... Ага. Контролировать. Забираемся. Снова надо будет раскачать. Явно. Чуть пониже только. Там Мавер третий слева был. Вот. Салазар, может, ты там рядышком тоже стоишь?
Леша, ты зачем? Зачем обижаешь? Птички поют. Так, ящик сверху. Явно нужно туда. Видимо, сейчас наверх нужно. Да, наверх лестница, там дальше разберемся. Когда очень мало элементов управления, то есть ты ограничен в способах передвижения, все значительно проще должно быть, по идее. Так. Ага. Я могу ее развернуть для начала, да? Фиг тебе. И поднять. То есть надо сделать так, чтобы она поднялась и забрался бы наверх, и по ней сверху. Типа. А я не могу ее раскачать. Я должен развернуть до того, как. Сейчас, подождите. Я не вижу решения пока что. Ладно, допустим. То есть понимаете, да, в чем проблема? Проблема в том, что я должен ее поднять, а для того, чтобы ее поднять в правильном... Ой, как же ты тут... Ага. Ага. Бестолку все. Все будет нормально. Право прыгнуть налево, да это понятно, просто она полностью не поворачивается, я могу не долететь до нее. Хотя, может, и хватит этого действительно. Может, и хватит. Кто его знает. Да, хватает. Я зря беспокоился. Ненужные вопросы задавал себе. Ой, сейчас же мне... Я догадывался, что такое произойдет. Ну, потому что две доски, непонятно, каким макаром вообще сейф там стоит. Как он держится. А после того, как добавится к этому еще... напряжение, ну, нагрузка, сила от... От ускорения свободного. Что, падать, прыгать? С Богом. Так, что у нас здесь? Что-то мигает за вентиляционной решеткой. Ну что это? Ё-моё. Тут технологии какие-то не... Так, открытое достижение через левое плечо. Вроде как вещи типа холодильников там, да, они довольно старые. Или архитектура там, та же самая ферма, или там грузовики. А... Ага. Так, сюда нужно что-то опять. А устройства, они... Они диковинные. Так, я думаю, что нужно сейф сюда притаранить, если получится. Хотя сомневаюсь, что получится. Да, сейф отсюда не забрать. То есть мне нужно каким-то макаром взять, туда голову подставить. Может, просто запрыгнуть? Или здесь открывается? Вдруг открывается? Нет. Попробуй так. Ловко. Откуда ни возьмись, появляются опять лемминги. Причем они равно удалены друг от друга. А. И на этой две панельки, да? Видите, справа кнопка, слева кнопка. И справа индикатор. От... Так, то есть нужно сделать так, чтобы они... Их один уперся, например, а другой побежал. Чтобы они, типа, вот так, некоторое время. Чтобы они выровнялись, да?
проходить. Это вообще можно сделать? Ну, нифига подобного. То есть наоборот, нужно закрыть сейчас дверь этим рубильником, чтобы этому некуда было бежать просто. Уперся и все. Да, пока просто, но я заранее извиняюсь в том, что периодически туплю. Вот так вот раз, и они сейчас должны соединиться. Это нормально. Для меня это нормально. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Так, в метро. Как можно было догадаться уже. Поднимаемся. Ну кто все эти люди? Почему они подключены к... Как они вообще живут? Если непонятно, сколько они здесь находятся. Они же живые. Ничего не делают. Так, R и C в конце. Слово из трех букв или из четырех. Это было очевидно. Во-во, маршируют, смотрите. Причем есть типа надзиратели, есть безвольные. Так, у кого-то телефон, ребят. Хорошая работа. Работа со светом, я сказал, хотел сказать, хорошая. При том, что как бы сам графический движок довольно тривиальный, но выполнено все очень стильно. Что предлагаете мне? А, спуститься. Я уж подумал. Видеокамера. Крыски оживляют всю эту картину. Ну, прыгай. Может, лестницу мы можем передвинуть. Это же разумно, правильно. Сообразительный паренек местами. Я человек простой, вижу рубильник, включаю. Включила какого-то робота, который наблюдает. Ну, возникает первый вопрос. Нахрена трогать рубильник, значение которых ты не знаешь? Но я понимаю, что это нужно сделать рано или поздно. Да, они сейчас типа не работают, бла-бла-бла. Но я пробегусь. Он минус один, минус второй. Вот, ну тут типа тупик. А, может быть, сначала надо... Но лифт, типа, не работает, потому что электричества нет. Ладно, тут просто пробегаем и прячемся за колоннами. Очевидно. Хорошо, что я не сразу включил, да. Да как? Я за углом был. Это прострел был. Тебя зовут. Пока он никак себя не... О, чайка. Наглая, жирная.
Держись. Ну. Ой. Так, не пались. А чё только меня снимают? Зря, кстати, я выпрямляюсь, когда иду. Строевую, что ли, проходил? Дискотека местная какая-то. Ну, я стараюсь не палиться. И надзиратели в масках. Почему камера меня палит? А меня, наверное, Штирлица ничто не выдавало, кроме как красная футболка на фоне остальных, да? А нет, дальше не по. Стоят с собаками там, надзирают все равно. Тихо. Да как? Короче, валить надо. Меня как-то вычислили. Меня как-то спалили, ребята. Я не понял, где я налажал. Но когда он начал отстегивать... Опять пес бежит. Грязь. Ой, еще пес бежит. Не-не-не-не-не-не-не. Нет. Ай, надо было сделать так, чтобы она выбежала на меня потом. Ай, Михаил, соображай быстрее. Ты можешь без этой крови, без ненужных жертв все сделать. Надо было дождаться, увидеть, что она здесь спускается, типа, и не запрыгивать раньше времени. Оп! Оп! До сих пор. Ошибка. Надо было оставить все-таки там вагонеточку на этом возвышении. Потому что явно ящик мне... Нет. Мне явно ящик нужен для других целей. Оп.
Так. Здесь у нас ситуация какая? Наверху кнопка. Надо бы ее... Но надо бы ее, конечно, зафиксировать, потому что она закроется как только. Можно попробовать ящик. Так он падает. Тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет, рано. А может, дальше нужно пройти просто? Да как ты дальше пройдешь? А, вон, там еще одна такая штука. То есть можно... И его провести. Стоп, 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 стоп. Нет, 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 не стоп. Вот так, вот, вот так, вот запрыгиваем наверх. Пробуем. Мне кажется, я как только сюда запрыгнул. А, нет, еще один. То есть я управляю человеком, который управляет человеком. Нашли мы третьего человека. Товарища, которого можно спокойно оставить на кнопке. Да, а почему ты-то сорвался? Я... Я думал только первый отсоединиться, они его прям... Так. Значит, берем второй манипулятор. Берем этого. Тихо. И главное, все ногами, руками работают, понимаете? Ну, типа в мыслях. По факту работает только один. Ну, получается, да, надо типа. Нет. Если я начну. А, ну да, все верно. Тут же элементарная, блин, логика, Михаил. Ты оставляешь это вот здесь. Останавливаешь, запрыгиваешь, отключаешь, тот падает, ты падаешь, все падают. Подключаешь, контролишь этого, поехали дальше. Так, внизу какие-то кто-то стоит, тоже вроде мелкий. Неужели у нас будет друг? Там двое рабочих. А, зафиксировать никак. То есть я должен... Должен оставить вагонетку вообще в другом месте в самом начале. И кажись, мне нужно падать. Это тоже то действие, которое ни в коем случае нельзя делать в реальной жизни. Вот, но, судя по всему, выбора-то у меня нет. Да. Ох, ладно, давай сплаваем назад, потому что можем. Такие моменты игра напоминает Another World. Старая игрушка. О, вот, пожалуйста. Ну, всплывай. А, вон и всплывет. А чё дыхалки-то никакая, алё. 20 секунд под водой и до свидания, что ли? Ну, бас. Ой, ну, бас. Ему предстоит много еще. Много чему научиться. Потому что, ну, как-то это...
Ну реально, он секунд 15 только под водой выдерживает, и все. А дальше, извините, я всплываю. Ладно. Так, вентиляционную мы уже выносили, так что, скорее всего, здесь проблем никакой не будет. И красная кнопка, большая красная кнопка. Ну, вы понимаете, что нужно делать. Естественно, сжать. Вода уходит. Повторное нажатие на кнопку, соответственно, воду... Воду вернет. Это мне нужно, чтобы... Чтобы забраться повыше. Слева я видел... Да ладно. Ага. Там был уступ. Здесь я явно не смогу до цепи дотянуться, поэтому нужно искать здесь что-то плавучее и выталкивать на... С физикой мы не знакомы, с этой стороны. А так вот открывается, да. Потому что пытаться поднять... Да прыгай, что думать? По поводу думать я подключился. Так, нам нужно что-то, что хорошо плавает. Или может зафиксировать эту хрень. Давайте посмотрим, вдруг там кроме люка что-то есть. Люк это хорошо. Серьезно. Ладно. Думаю, Михаил. Да нету тут ничего вообще. На скорость дверку правую. Да как я успею? А, успею. Могу не, не успею. Скорее всего, не успею. Ну, как тут успеть вообще? А, подождите, может быть, что-то здесь будет. Всплывет внезапно. Цепь не случайно. Правильно? Правильно. И посылают меня назад тоже через люк, не случайно. То есть я что-то в этом... В той... Фу ты. В той комнате должен увидеть. Увидеть, вынести с собой. И... Ну, потому что если здесь ничего нет... А здесь ничего нет. То это что-то, оно здесь. Да где? Так, давайте рассуждать логически. Нам, скорее всего, нужно пройти дальше, там, где закрывается дверь, ок. Или обойти это место, да. Есть цепь сверху, на которую я не допрыгну, не всплыву, никак не запрыгну. Но набирается вода. Может, второй раз нажать? Не надо. А, слушайте, может просто второй раз на эту кнопку нажать? Раз, а потом два. Да, точно. Я же могу нажать на эту кнопку. И что это тебе даст? Ну как? Вода начнет сливаться с одной стороны. Но сливается... А я могу успеть, пока она сливается, направо проплыть и забраться на эту штуку. А зачем тогда люк-то А, ну да, я по-другому не возвращался никак. Окей. Разобрались. Теперь мы этот огромный чемодан в воду и на цепь наверх.
игрушка коротенькая. Короткая-прикороткая. Мне кажется, мы уже треть типа прошли. Там можно смотреть по загрузке какой-то прогресс. Но я не хочу. Так, наверху вижу патрули. С метро, опять же. Да, жизнь какая-никакая тут идет во всем. Он людей транспортирует пачками просто. Да! А, ну это ж прожектор! Да, я думал, это просто освещение такое. Нет, это прожектор. Михаил, готовься крутить. О, нет, нет. Довольно реалистичный тень. Низ, 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 низ. Причем в два захода нужно это делать. Михаил, надо наказание за смерть, а то расслабился. Не надо меня наказывать. Блин. Последний разок. Ля-ля-ля. Хорошо. Да мне на крышу нужно, не, мне не к пацанам в клетку. А мне вообще на другую сторону. А, это все? Ну, ребята, что за... Не, мне к пацанам в клетку. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Заставляют как, а? Хорошо. Люк видим. Главное не забежать на люк. Спокойно. Хорошо. Традиционно проверяем то, что сзади остается. Оп! Скиллуха. Оп! А, ну ясно. Просто спускаемся тогда. Так, цепь, это понятно. И, судя по всему, у меня именно ее. А куда еще? На дно. Я не уверен, что стоит тратить время на раскачивание. Скорее всего, надо просто падать. Потому что что слева, что справа, не за что хвататься, кроме лампы. Она явно такая просто нефункциональная. Псы. Вижу псов. Кого-то там уже надо готовиться. Если псы, значит, вполне возможно, придется скоро. Интересно, он патрулирует или просто убежал, потому что... Ладно, не задаем лишних вопросов. Бежит. Мне некуда бежать. Грязь. Такая грязь. Не, я мог вернуться в этот, в воду.
Но она-то в воду полезет тоже. Да ладно. Так, а собаки умеют нырять? Иди сюда, пес. Иди сюда, на тебе пятка. Так, ныряем. Оп. Ха-ха-ха. Хреново ныряешь. Да, у меня первый юношеский. Давай-ка. Работаем. Воу! Еще пес. Спайдер. Легко. Так, сам... Быстрее! Быстрее! Нет, 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 нет! Надо было опять туда налево забираться! Черт! Какие умные псы, а! О! Псы! Значит, по одной. Берешь, берешь, отдираешь раз. Псов крутишь, вертишь. Ладно, идите сюда. Шавки. Безмозглые. Налетай. Два. Во-во-во-во-во. Полегче. Побежали, побежали. Знаете, в чем проблема? Если я пробегу в ту дырку, которая останется после, то псы-то тоже пробегут. И мне все равно нужен какой-то вариант. Грязь, просто грязь. Какой-то план, капкан мне нужен все равно запасать. Здесь я уже прохожу, типа. А, о, все. Игра решила за меня эту проблему. Ну и ладушки. Да, я вижу, что там Фибоначчи кого-то забанил. Не надо давать советы по игре, там, спойлерить. За это просто улетите на несколько дней в бан. Потому что, как бы, ну, это портит, это портит. Пусть я лучше буду тупить. Опачки, здравствуйте. Это товарищ с маской или без? Он был с маской. Надо было дождаться. И не выходить на свет, естественно. Если шкет пригибается, значит, все-таки да. Да как ты... Можно себя громче, можно. Я даже подходить не буду. Раз такое дело. Надо еще сделать так. Здесь же еще стекло, понимаете? Мне нужно пройти, пока они не видят. А не хочешь это внутрь? А, мы можем только его... Можем! Класс! Надеюсь, у меня анлим кислород. Ребята, на дно. Вообще круто. Так, вниз можно доски пробить?
Control что делает? Непонятно, что делает Control. Ха, назад-то дороги нет. Так, во-первых, вопрос, насколько мне хватит кислорода. Это раз. Второе, нужно что-то сделать с досками. Это два. Я в шоке. Так, давайте посмотрим. О, во-первых, загрузить. О, почти половина игры. Настройки клавиатуры. Может, я клавиши не знаю. Нет. Тут 5 клавиш. 5 кнопок, Михаил. Может, мне как-то ускориться. На Control останавливает все, и появляется красный свет. А как? Я вроде пробовал ускориться. А, надо держать Control, потом включить стрелку, потом отпустить Control. Разобрались. Ну, теперь у нас вообще с вами Unlim по глубине. Да, пожалуй, нам нужно прям на дно. Что справа стена глухая. Какой-то брежет свет. А, и, видимо, тут нужно брешь пробивать, да? Это я могу. Класс. Спокойно, легко. Свет, правда, как-то подозрительно мерцает местами. Тут несколько подходов нужны явно. Вообще не самая мудрая мысль биться под водой, под давлением. Ну ладно. Им виднее. Чем-то мармированная хрень еще за... Кажись, мне можно здесь выйти. А, или просто выползти реально. Выходим и спокойно... Жалко, такую машинку оставляют здесь. Очень жаль. Мы хорошо плавали. Хотя, может, эта штука откроется с другой стороны, и мы тогда сможем с вами... Не, не похоже. Вообще мы опускались довольно глубоко под воду. Я не понимаю, каким образом получилось так, что чуть-чуть всплыли наверх, и уже как бы уровень моря получился. Крайне странно. Я думал, что мы, опять же, где-то метров 100-150 под водой. И стоит мне только открыть люк, и сразу... Не, ну там не смертельно, но мелкому пацану-то это будет крайне некомфортно. Хотя нет. Наверное, он
не выдержит. А какой, кстати, рекорд у людей? О, блин! Ёп, РСТ! Прыгай, Михаил, это лучше, чем... О! А на спуск в глубину, какой рекорд? Сколько там, 80 метров, 90? Мне казалось, что это все равно... Там шлюз же был. Шлюз-то был. Надо его открыть заблаговременно. Нет, не открывается. Я успею. Я успею упасть, главное не прыгать. Бах. В 2002 году французский фридайвер Лоик Клефин установил поистине удивительный рекорд. Без акваланга погрузился на глубину 162 метра. Ну, короче, пацан бы без подготовки явно не справился. До 150 метров вроде с аквалангом. Причем здесь акваланг? Ну, зачем акваланг? С аквалангом можно вроде значительно глубже. Понятно, короче. 162 метра, рекорд. Француз молодец. Пацана бы раздавило просто. Вот, мы возвращаемся опять к... С того, с чего начиналась игра. Некие капсулы. Ага, я понял тебя. Поехали. Некие капсулы, подключенные, не знаю, к деревьям это странно, конечно, но... Ладно. Ни одного слова в игре не было сказано. Ничего пока. Одни вопросы. Ой, как классно тень играет. Пацан живучий. А, стоп. Это тот самый шлюз. Мы ж... Сейчас можем вернуться и к нашей капсулке, да? Да. Только непонятно, как мы ее... Как мы преодолеем... А, преодолеем, да. Преодолеем прыжком. У нее вполне... А! Что за хрень? Вы видели? Блин, этого не хватало только. На, ну здесь я, по крайней мере, в безопасности себя чувствую. Там какая-то штука. Какая-то штука, привидение подобное. Оп! Изи. Оп! Зачем только? Потому что можешь, да? Не, может быть, здесь можно пойти в глубину просто. Вон, пожалуйста. Надо. Напугало, если честно. Так, тут тупик. Еще одна дверь. Явно открывай. Стоп, а может она открыта? Она просто открыта, надо немножко подтолкнуть. Так. Похоже на кнопку. Глубина не конская. Поэтому надо понять, куда поставить. Да, скорее всего, вот этот отсек откроется. Блин, мне придется сейчас... Нет, давайте я лучше... Не буду оставлять здесь... Это называется правильно как? Батискаф или что? Это... Есть же определение судна, которое как раз простое, герметичное. Одни из первых вот этих вот
машин, которые позволяли погружаться на глубину. А, вода сливается. Батисфера. Ой. Так, ну эту высоту капсулу не взять. Батисфера. Батисфера. Так, ну я могу выплыть и проползти собственными силами. Не проплыть, имеется в виду. Хочется, конечно, оставлять ее, опять же, видимо. Сфера бати, да. Тихо! Нет. ГГшечка. Нет, я должен сюда точно со сферой плыть. Инфосоточка. Потому что там... Уверен? Нет. Стоп, а каким макаром я... Я могу снова, во-первых, на этого нажать. Да, надо было его там оставить, реально. Потому что я не обратил внимания на эту конструкцию, которая... Короче, мы снова набираем воду, сферку за... Я просто не хотел так изначально делать, потому что боялся, что опять эта хрень будет плавать. А мне как-то в сферке побезопаснее, поспокойнее. Я в домике, все дела. Мы ее здесь оставляем. И будем надеяться, что... Ну, хотя тут так... Опять же, игра не подразумевает, что ты создаешь какую-то... Какую-то ситуацию безвыходную. Тут все продумано. Глубоко, правда. Давай. Два. Три. Всем добрый вечер, кто к трансляции присоединился не так давно. У нас игра на вечер. Называется Inside. Есть в Стиме. Очень похоже на Лимбо. Зачем я прыгаю? Непонятно, если мне все равно. А, нет, мне нужно прыгать. Мне нужно прыгать просто удачней. Оп! Вот, видите, как тут долго. Да, и я в любом случае не справился бы из-за наличия двери, которые не преодолеть без сферки. Вон он! Так, это девчонка, что ли, какая-то? Волосы длинные. Куда-то она меня ведет. Ладно, поплыли. Может, подтолкнешь? Капец, она злая. Повелся Натян. Ребята, я вообще не понял, как это. Давай, плыви. Да, ее останавливает свет. Стоять! Какое-то страшное. Все. Оп! Ночной дозор. Оп! Да.
А представь, что было бы, если бы я был незащищен. А, ну ясно. Вижу, где нужно пробивать. Пыщ! Пыщ! Нет, тихо! Ах ты! А чё фонарик погас-то? Я вот не понял, что с фонарем. Давай, плыви уже. Понятно. Короче, после того, как ты ударяешься, должно пройти какое-то время, прежде чем фонарик зажжется. Ясно, ясно. Оп. Так, и что же? Блин, какая она страшная-то. Может, ее вообще вот так вот? А-а-а, вижу, как ее заблочат. Пиу! Да. Какая мадама опасная. И опять никакого объяснения, кто это, почему она, что происходит. Я близко к поверхности уже, все. Maybe это твоя любовь? Не знаю, какая-то она агрессивная. Все, мы оказались на береге, на берегу, песчаном, рядом какие-то стрёмные сооружения. Такой прикольный движок, конечно, вроде простой. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, во-первых, видим лемминга слева. Его, наверное, надо попробовать выпустить сразу же, потому что, ну, вдруг у меня получится поднять. Нет. Силёнок маловато. Но помним про то, что он там стоит. Может быть, даже не один. Если нам попадется какой-нибудь манипулятор. Так, три. Ничего не поднять, не сделать. Погодите. Ой, ой, 19, 18, 19. Так, теперь можем попереключать. Это просто лифт с двумя этажами, ну с тремя получается. Причем он открывает и налево, и направо выходы. Здесь тоже клетка. Она явно мне под силу.
Вообще никак. Да? И не забраться, и не открыть, и на себя тоже никак. Три человека здесь. Окей, допустим. Видите, такой в чате, тут вообще тихо, баня надолго. Видите, не стесняется вообще на месяц, на все каналы, вообще изи. У тебя пока еще есть права на это. Я всецело поддерживаю. Так, тут мне не допрыгнуть. Это явно даже пробовать не буду. Сейчас мы с вами отправимся на первый этаж. И осмотримся на нем. Даже не этаж, это подвал какой-то. Так, здесь цепочка, до которой еще поди доберись. Сверху видите просвет, в который... Эту тему я тоже никаким макаром не передвину. И не запрыгну, окей. А, наверху у нас был один товарищ, да? Плюс клетка еще наверху с тремя. Откуда эта цепь? Ну, на нее мы сможем, если заберемся на, например, левую, вот на левый вагон, если мы его сдвинем. Окей. Сейчас хотя бы приблизительно понять, что находится вокруг, что с этим всем делать можно. Так, и... Так, нет, прежде чем спускаться, давай-ка мы еще здесь посмотрим, что творится. Обычный спуск вниз, да? То есть ты и так можешь спуститься, и сяк. Причем это рельсы. Скорее всего, можно снизу взять что-то, что по этим рельсам, собственно, передвигается. Поэтому... А, вот так, да. Ладно, давай проверим тогда, что здесь справа. Должна быть какая-то вагонетка. Да, вагонетка наверху, манипулятор. Манипулятор, да. Манипулятор, да. Этих чуваков я могу отправить. Ёшки-матрешки и вода. Вот это первая, наверное, такая задачка, более комплексная, то есть которая не в рамках двух-трех экранов, а посерьезнее. Мне нужно забраться к тому манипулятору и получить контроль над теми товарищами. Да, ну... А, здесь можно забраться, окей. Тут мы запрыгиваем, раскачиваемся и подходим к тому... Надо сильнее было, да? Окей. Но куда этих упырей вести? Вот вопрос. Потому что их теоретически можно влево увести, если бы там был зафиксирован... Ну ладно, неважно. Со второго я уже допрыгивал, кажись. А второй и третий одинаковые вообще. Ну, по длине. Хорошо. Здесь проходим. А здесь прыгаем. И оказываемся как раз в районе того самого манипулятора, в который мы впериваемся. Ой, да ладно, даже так. А, они со мной. О, это новая механика. Так. Пять человек там, да? Хорошо. Будем считать, что это команда какая-то дотерская. И, может быть, они меня подсадить смогут здесь. Ой, молодцы! Так, теперь я спускаюсь. Они за мной же ходят. Как бы они не попадали все. Надеюсь, у них хоть какой-то интеллект присутствует. Да, присутствует.
крайней мере, инстинкт самосохранения есть. И мы вместе с ними сможем точно сдвинуть ту вагонетку, помните? Которая мне не по силам была. Да, Dream Team, отлично. Да, это... Я чувствую себя реально капитаном команды по доте. То есть ты как бы единственный, кто соображает. Ой, опасно. Не, скорее менеджером, не капитаном, менеджером. То есть все остальные это как бы... Взялись, ребята. Но они исполнительные, капец, молодцы. Так, может уже здесь остановиться? Я потому что могу... Можем тут, ребят, вы подсадиться? Нет? Давайте здесь. Не работает. Туда никак. А вот сюда, да. Сюда, да, более того, я смогу тогда... Ну подсаживаем, ребята, ну давайте, тренируйтесь уже, ну. В никак? Вот. Главное, даже здесь с первого раза ни хрена у них не получается. Ой, слишком близко я поставил, наверное. Так, чуть-чуть отодвиньте, чуть-чуть. Блин, а там какая-то преграда. Ладно, давайте проверим. Точно никак? Я, кажется, упираюсь просто в эту... Так. Один вообще упал. О, а если вы просто меня кидаете, что? Ничего, да? Блин, ребята, ну эта штука явно нужна для того, чтобы я с нее забрался. Вот оказывается, как можно. Вы даете. Ладно, несколько сложнее, окей. Ставим все-таки вагонетку, вот эту вот. Это даже не вагонетка, это больше похоже даже на вагон. Под шлюз. Пацаны меня закидывают. Но опять же, хоть они все на одно лицо, хоть они и лысые, но реально исполнительные, молодцы. Так, а может сразу второй откроем? Можем открыть второй? Не можем. Ну, надо было проверить. Так. Опять вы все испортили. Так. Это из-за того, что я проверил второй люк. Они за мной побежали, а учитывая то, что бежать им некуда, они сдвинули этот вагон. И... Ох, как тяжело быть менеджером, а? Они делают те вещи, которые ты не предполагал, что они в принципе будут делать. Ну ладно. Тьма не очень, согласен. Так, добрался. Докуда? Зачем? Ну, доска явно вытаскивается. Нет. Пока все линейно в рамках этого этой большой задачки. Там же еще второй, третий ярус. Непонятные числа 18-19. Так, наверху вижу еще группа лиц. Что, я опять прыжок, что ли?
Опасно. Даже не близко, понимаете? Но я могу поставить ящик на это место, и он не закроется, типа. Ага. Ну и этого не хватит, чтобы допрыгнуть. А, не, хватило. Мясо. Так, еще три товарища на замену. Один причем в каске. Сгруппировались сразу. Молодцы, молодцы, ребят. Пойдем за мной. Нас уже 8 человек. Можно переквалифицировать тьму из дотеров-танкистов. Например. Там вроде бои 7 на 7 или 8 на 8. Турнирные составляющие есть. Двое в касках даже. О-о-о. Красавцы. Ладно. Мы знакомим их со старым коллективом. Ой, молодцы. Так, что мне делать? Эти рты надо кормить. Визы делать, билеты покупать. Буткемпы устраивать. Так, ладно. Поднимаемся наверх. Я помню, там было еще трое на первом ярусе слева. В клетке, которую как бы надо совместными усилиями скинуть на вот первый этаж. Так, ребята, собрались. Хватит? Хватит. Даже с запасом хватило. Ну, с ними все в порядке, я уверен. Витя, а можешь Крисалида забанить? Я как не посмотрю, он все флудит. Так, собираем, соответственно, еще товарищи слева. Минус второй состав. Они, на моей памяти, эти лемминги, они никогда вообще не страдали. Ой. Ой, встают, реально молодцы. Так, слева был еще один, помните, в самом начале товарищ был. Да, одинокий голубь. Я уже сбил со счета. Было нас 8, потом трое, да? 12 человек нас. Я 13-й. Причина Миша попросил, да, да. Демократично очень. Так, можно взять товарищей, которые справа. А, слушайте, а счетчик-то это был как раз, видимо, тех людей, количество, которые мне нужно взять под контроль. Или которые должны там находиться в какой-то зоне. Сейчас зайдем, я уверен, что счетчик будет типа там 2, 3, 19. Не, ну, видимо, сюда нужно встать. Давайте, заходим. 18, 17, 14, 12, 10, 7, 6. 6. Так, наверху могут они меня докинуть, наверное, да? 6 человек. Где взять 6 человек? 6 человек, 6 человек. Забираемся. Надо еще посмотреть, где были тупики, где нет. То есть... Может, они выстроятся тут в живой мост? Интересно, насколько они сообразительны. Вообще 20 их нужно.
Давай, ну, ребят, туда. Ой, хороши. Ждите меня там. Шесть человек. Один валяется. Пьянь. Не встает. Серьезно? Блин, вот только сейчас... Да, надо его взбодрить, я думаю, просто. Да. Ничего так не бодрит, как падение с пятого этажа. А, или нужен просто вес. То есть трупы тоже подойдут. В принципе, не обязательно трупы. Любые штуки, что весят, да? То есть ящики, которые были использованы. Так, слева я вроде все взял. Справа финалочка, да, вниз. Нужно искать любой груз. Вообще любой груз. Любой груз нужен. Сейчас вспомним, что справа. Я туда взял первую группу подаванов. Было ли там что там? Ну, проверить. 6 человек на дороге не валяются. Ну, 5 уже получается. А, и вообще не просто, незамысловато так. Вагонетка наверху. Интересно, за мной поплывут, нет? Не, они не плавают. Сейчас я пробегусь. Тупо, чтобы вспомнить, где... Мне кажется, вот надо... Надо вес брать, любой вес брать, который только есть. Раз. Два. Ай! Пожадничал. Реально пожадничал, а? Ну бас. А, если у вас на трансляции темно. Ну, первый вариант это на премиум подписаться, естественно. Там возможно посветлее, не обещаю, конечно, но возможно. Ну а второй вариант это игра такая. Но лучше на прем подписаться, конечно, потому что 60 FPS на Full HD. Такой графон. Вы столько упускаете. Так. Хорошо. Может, мне удастся. Как-то наверх может забраться. Там же не просто так эта вагонетка стоит, правильно? Может, и просто так. Тем более, я не вижу тут вообще никакого способа забраться еще выше, на ярус. Так что да. И если мы отталкиваемся от того, что левый верх тупиковый, правая часть тоже тупиковая, право второй ярус, ну, в смысле базовый, который... Это дверь закрытая, тупик. А низ я сейчас справа проверил, то остается только левая часть вот здесь снизу. А там только доски приколоченные. И люк, который, типа, может быть. Хотя вряд ли откроется. Ладно, собираем нашу тьму опять. Воссоединились. Сейчас налево сходим, посмотрим еще. Внимательно только, блин, надо посмотреть, потому что веса не хватает. Недобор. Недобор. Надо пододвинуть эту штуку. Слушайте, а если их больше стало, они случайно меня вот так вот не докинут просто?
Нет. От количества не меняется нифига. Они друг за дружку хватаются. Потому что места нет, за что хвататься у вагона. А пацан бычара, он сбивает с ног. Бесцеремонно абсолютно. Так. А, вот в чем проблема. Я не смогу сейчас попробовать доски отодвинуть, просто потому что те упыри, которых я... Да. Смотрите, здесь камни. Камни — это вес. Эта доска, которую изначально я заприметил, она явно отодвигается, да? Убирается. И если бы... Ну, и я не могу никаким макаром ее своими силами снять. Но проблема в том, что чуваки, которых я слева освободил, они уже сюда не придут. Это, конечно, стрёмно, учитывая то, что мне нужно, получается, переиграть этот эпизод. Или взять, может, ящик. И тогда они смогут забраться. Да, пробуем ящик притащить, ладно. Да, отталкиваемся пока... А, нет, тут ящик не пройдет. Может, ты его перевернешь? Может, перевернешь все-таки? Ну, Василий. Не, Вася не справился. Да, вот этих троих мы освобождаем. Бежим и по дороге. Да, давайте попробуем. Вот отсюда. Это последний сейф. И может быть. Да, это когда первый... Что ты сделал, блин? Надо же было прыгнуть. Да, если я прав, то игра не такая плохая. Не такая простая, как я предполагал. Потому что, ну, плохая, простая, кстати, для меня это практически синоним. Потому что получается, что... Она нелинейна, то есть ты не можешь просто взять, совершить ошибку и пройти спокойно дальше. Ее как-то исправить потом. Поэтому сейчас эти 6 человек помогают мне забраться наверх. Притаскиваем вагонетку большую. Забираемся, спасаю тех троих. Но перед тем, как уйти... Я пытаюсь с их помощью доски открыть там. Иначе сегодня тройная нагрузка, тройный заработок. Видимо, Витя там спойлеристов переманил. Хорош. Виктор, спасибо тебе. Не туда. Работаем. Будет такой облом, если они мне никак не помогут с этой доской. Ну, это будет означать, что я где-то в другом месте что-то пропустил. О, я же могу еще сюда спрыгнуть. Вон влево и вниз. Да, но там может быть пропасть. Ну, ничего страшного. Тоже стоит проверить. Я же мог сейчас спрыгнуть просто с этого вагона, и все. Правда, с другой стороны, как мне назад, например, возвращаться? Меня ж не подсадит больше. Либо обход какой-то, либо... Эксперта вебки нет, так же, как и чатика нет, чтобы атмосферу игры не портить. Потому что мне кажется, что... Что тут главное именно игра, а не кривляние механизма. Работаем. Спасаем еще трех.
Побежали. Ребята, давайте, 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 руки в ноги. И сейчас совместными усилиями пробуем надыбать камни. Любой дополнительный груз. Любой. Ну, как вы? Е-е-е, берутся! А, я могу сюда пройти? Найс. Блин. Стрёмно, там псы. Да как ты? Может, факел взять? Это единственное, что можно было сделать, я не додумался опять. С факелом изи. Пёс. Только сзади еще один. Офигеть, я крут. Ачивочка. Один в поле не воин. Вот шакалы, а? Можно с собой факел оставить просто? Там взять, в инвентарь положить. Пригодится. Полезная очень штука. Ай! И выбросил. Так, во-первых, я из непонятной хрени, которую второй раз встречаю, выдернул... Короче, сломал я какую-то фигню. Не знаю, к чему это приведет. Возможно, что-то обесточил. Провод, видите, идет. Он вниз, туда, туда. Вниз. А что обесточил? Что обесточил? Что обесточил? Что обесточил? Ну что-то слева наверху. Давайте проверим. Ребята, ну опустите, ну не надо. К чему все эти... Так. Я предлагаю сразу на третий ярус. Ну что? Слева троих скинем, справа одного... Поволочу. А, это просто ачивка? Да ладно. То есть это не обязательная штука была. Вон виднеется, смотрите, слева это. В левом нижнем углу виднеется одинокий там товарищ в клетке. То есть ты его как бы пробегал в самом начале, когда в эту локацию зашел. Но... Ракурс камеры отсюда позволяет его еще разок напомнить он о себе. Может, если если приглядишься, увидишь. Без спойлеров. Так надо забанить просто человека, кто написал по делу. О, Дима здесь. Диана вынес предупреждение Вите. Дима. Ну, брат, ты чего? Это же Виктор. Хотя там, видимо, было за что-то. Вот они собрались, крутые чуваки, меряются правами. Супер модератор даже. Так, слева один товарищ. Ну и трое, да, там четверо получается.
Но я до сих пор не понимаю, где мне 6 человек находить. Кроме вагонетки на первом ярусе справа никаких зацепок нет. Разберемся. У кого мудрка больше? Да. У кого банхаммер длиннее? Взялись? Стоп, а мы, может, сюда сможем зайти? А-а-а! Класс. Да, вот оно правильное допущение, что там-то не тупик. Вон, 3 человека в... Так, ребята, мне нужна будет ваша помощь. Смотрите, пацаны. Надо меня? Вон туда, смотрите. Нет, нет, нет. Что вы толкаетесь-то, а? Такие они вялые. Оп! Молодцы. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Молодцы. Принимайте новых подаванов. 4 человека там. 4. Это не решает проблемы 6. А может, я типа обсчитался на кого-то? Смотрите уже, какая банда. Это почти количество людей на первой радиотрансляции. Нас почти 20. Хорошо, хорошо. Давайте попробуем контрольное взвешивание провести. Вдруг действительно... Может, кто-то потолще из них. Так, проходим, проходим. Проходим. Так. Вот этого надо еще. Сколько не хватает? Одного не хватает. Нет! Сейчас, я сам. Постойте, подождите. Изейший, темнейший. Ну что, ребят, спасибо вам за помощь. Увидимся. Стоп. Кто стреляет? Я назад. Я хотел этот рубильник. Не-не-не, это рубильник, это... Я его с самого начала юзнул. Подыщ. Там опять... Аккуратно. Быстрее, 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 закрытие. Офигеть, как меня отбросило. Не надо было сразу бежать, надо было дождаться. Мне показалось, у меня просто бок минуснулся, и тело так без... Ой. Не надо было так делать. Ждем. Вот так вот. Воу! Так, что у нас здесь? Что это? А, он, то есть, фиксирует. Ну, допустим, допустим, я... На лестницу-то запрыгну, а дальше, скорее всего, так нужно сделать как-то. Сейчас, погодите. Я не знаю, зачем мне... Поэтому делаю вот так. А, я понял, зачем.
Я понял, зачем эта штука. Чтобы меня прикрыть. Главное, не жалко им там в холостую стрелять. Ой, не успею. Стоп. А зачем мне вообще тогда ее фиксировать? Мне же нужно, чтобы она и там меня прикрыла. Это как раз ошибка. Я должен прыгнуть, забраться. Не так, не так, не так, не так. Назад прыгай. О-хо-хо. Поехал. А я не слышал начала выстрела. Стоп. Так. Фиксировать непонятно зачем. Поэтому не надо фиксировать. Не надо фиксировать. Фибоначчи говорит, пораскинь мозгами. Но это да, это... Это типа... Да как, да... Как понять вообще, когда ты стрелять будешь? Короче, когда бдыщ, он должен находиться бдыщ. Здесь он должен находиться. Здесь я должен прыгнуть. Вот так вот где-то, да? И мне должен прикрыть на выстреле. Хорош! Ага, и там я в самом начале встаю. Сейчас он еще один выстрел. Я пошел, типа, ловлю выстрел вот здесь вот. Стоп. И побежал дальше. Хитро, хитро. То есть надо... Да еще. А и тот достал, я сомневался, что он достанет. Скотина. Блин. Все простреливаю, тут буквально 2 метра. Ну здесь-то не надо проверять. Злые, злые они. Так, следующее. Открывается. Ага. Опять безвольные пошли. О, класс. Бдыщ. Так, там роборука. Да? Сейчас прыгаем сюда, прячемся за руку. Ну давай скорее. Да. Хорошо. Нет. Что ты не подождал? Что ж ты не подождал, да господи? Он тебя в любом случае, если нет препятствия. Минусует. Пушка, она все видит. Да, хорошо. Б. Безопасность. Фух, ладно. Вроде не слышно больше.
красную кнопку. Мне кажется, это к добру. Работаем. На дно. И здесь достали. Они такие суровые, что стреляют уже под землей. Так, ну это ГГ. Я понял. Ну всплываем. Да вот так я же вижу, что там можно. Да. Я предлагаю задохнуться. Там вроде стенки не было вообще слева. Какого леша? Нет уже там ничего. Я понял. Короче, вот эту штуку надо было поднимать. И на свет ползти. Но уже слишком поздно, Михаил. Все, нет воздуха. Удивил. Ой, удивил. Раз. Работаем. Бах. Оп. Двас. И еще. Чуть выше. Нет! Не самый удачный вариант, конечно, об стену убиваться в такой ситуации. Там я увидел, что нужно выше забраться. Потому что если я с самого кончика буду прыгать, то как раз упираюсь в... А надо вот так вот. Где шанс? Сейчас посмотрим, что слева есть. Может, что-то можно... Да, слева есть тупик. За ящиками можно спрятаться. Может, я их вообще взять могу? Не могу. Так, ну допустим. Допустим, ты не торопишься, и там успеешь разок раскачаться. Допустим. О, господи, что же ты... Раз. Два. Вообще, я же могу вернуться назад, потому что я же приплыл сюда. Мне кажется, по времени я никаким макаром не успеваю. Просто не успеваем. Да. Раскачиваешься и до свидания. Значит, неправильно. Надо вернуться, вытащить какой-нибудь ящик. Хотя еще проблема его затащить туда. Я хотя бы осмотрюсь. Да, плохая идея. Далеко я не уплыву. Бочка тоже не алё. Так, а если я просто оттуда прыгаю... И успеваю хотя бы один раз туда-обратно. Еще цепляюсь за... По веревке за ее конец. Не нравится мне все равно эта идея. Успевает. Ничего себе, странно как-то. В прошлый раз мне показалось, что даже близко нет. Проще. Проще, чем я думал.
Так, назад дороги нет. Это хорошо. Есть две вот такие штуки, которые выстреливают в любом из порядков. Я сначала посмотрю, что делает красная кнопка. А, то есть мне нужно сделать так, чтобы вторая... Сначала первую, потом вторую, потом нажимаем на кнопку, та фиксируется, и мы наверх. Значит, сначала первую, потом вторую, успеваем на первую и жмем на кнопку. Хорошо. Здесь тупичок, окей. Тут не запрыгну, но снизу, опять же, хоп, выстреливаем, запрыгиваем сюда и поднимаемся еще выше. Там, глядишь, зацепимся на уступ посерьезней. Окей. Можно вниз, можно чуть дальше. Чуть дальше тупик, поэтому вниз. Ё-моё, нет! Господи, опять эта девочка. Она там, правда, за что-то... Ой, опять 25. Да, она поплыла. Быстрее, 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 быстрее. Цепляйся, цепляйся, ползи, ползи, ползи. Ох ты, собака. Так, тут явно нужно выиграть время. Раскачаться и максимально далеко. Ну, потому что она меня там точно ждет. И чем позже я... Да, да, вон плывет, подругам. Все, принцип понятен. О, нет, стоп. Нет, ну куда ты, почему ты? Дурак. Я не знаю, зачем он пустил трос. Скотина. Скотина просто. Так, все. Готов. Прыжок. Поднимайся, Межган, поднимайся. Вон там лестница, еще одна лестница. Я уверен, что если ты там просто прыгаешь дальше по тому же самому принципу, то упираешься в тупик, она тебя догоняет, и все, и ГГшечка. А так, это правильный путь. Ой-ой-ой-ой-ой. А может и нет. Мне предлагают прыгнуть высоко и в воду. А, ну да, я так дальше оказываюсь. Да, он наплывет. Быстро, 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 быстро. Легко. Опа. Давай, 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 плыви, плыви, бобер. Оп, изейший, темнейший. Запрыгиваем. Кнопку жмякаешь. Чё-то я не на это рассчитывал. Но пока пораскачиваюсь, все равно делать нечего. Ну ясно. Плохо раскачивался. О, дурак! Дурак, 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 дурак! Ну, а зачем ты сюда вообще? Вообще не ясно, Михаил. Ой. Надо ее сюда выманить. Потом дальше поплыть. И посмотреть, что... Ой, догонит давить.
Михаил! А-а-а! Надеюсь, она далеко там. Да, дальше, чем в тот раз. Так. То, что я оказываюсь здесь. Плюс только один. Ровно один. Я оказываюсь далеко от нее. То есть она меня... Типа не идет. То есть если я, например, назад хочу вернуться, мне это с большей вероятностью получится. А зачем ты хочешь назад вернуться? Вообще необъяснимо. Куда ты поплыл? Ну зачем ты этот крюк нужен? Так. Зачем-то он нужен. Но это не повод убиваться-то. Тебе нужно направо, всегда направо. Цепь зачем, Алёша? Зачем цепь? Ладно, допустим, может она за цепью пойдет. Ей эта цепь вообще нафиг не сдалась. Ладно, допустим, ты прыгаешь и плывешь. Что здесь у нас? Кнопка. Кнопка и проход дальше. А-а-а, все. Все, теперь я понял. Нет, подождите. Мне нужно сделать так, чтобы она была максимально слева. Для этого я могу. Поднимайся, ну. Допустим, мы ее отсюда увели. Допустим, мы прыгаем на цепь. Допустим, нажимаем на кнопку. Уезжаем налево. И, предположим, она не агрится на меня. И какая разница, тебе агрится, на тебя не агрится. Не, ну что, не агрится, хорошо. Она уже плывет. Но... Миша, ты такой Вася. То есть, чисто в теории, если ты допрыгиваешь просто, она находится там, и ты спокойно возвращаешься назад. Но тебе не назад нужно. Тебе нужно сделать так, чтобы она была здесь, а ты был там. Снова вернуться, типа, к моменту сейва. Не факт, что успею доплыть. Вроде успеваю. Оп! Я не жду подсказок в чате. Будет подсказка, сразу бан прилетает, как вы видите. Я лучше потоплю самостоятельно. То есть, допустим... А сможешь ли ты... доплыть без цепи, чтобы потом по цепи назад. Но ты ж не вызываешь ее, ты не успеешь. Тебе нужно на кнопку. Нет, давай вот так вот опять. Ее немножко вправо. Теперь на цепь. На самый край. Раскачиваешься, прыгаешь. Ну а дальше-то что? Ну, допустим, ты оказываешься в той части. Тебе же направо нужно, опять же, повторюсь. Тебе нужно направо, кнопки. Тебе нужно сделать так, чтобы она была максимально слева,
а ты был справа. И цепь тебе может помочь только в том случае, если ты идешь слева, прыгаешь на цепь, она тебя обратно доставляет, и все. То есть надо попробовать нажать на кнопку, спрыгнуть с цепи. Надо успеть, короче говоря, добежать, доплыть до туда быстрее цепи. И при том, что она здесь. Окей. И тогда ты по... Ладно, проверим. Проверим эту теорию. Так вот. Далековато. Выпрыгнул Михаил. Да, надо спрыгивать где-то посередине. Посередине спрыгиваешь, вплавь, она приходит, ты на цепь, назад, и все ок. Все, тогда понятно. Из пункта А в пункт Б. Оп! А ручки, вот они где. Он еще хвататься пытается. Хватать пытается меня. За ноги. Хватит. Да как? Так, ну я отсюда до цепи не доезжаю просто. Я не допрыгиваю до цепи снизу. Такой провал. Я просто до нее не допрыгиваю. Где-то я вообще базово настолько дико туплю. Может, я могу на кончике цепи, и тогда ноги у меня будут торчать, она согреется. Какие-то вообще немыслимые вообще вот эти теории. Прекращай с этим. Все проще. Ты на цепи. Она внизу. Да, не, нормальная теория. Вот, пожалуйста. Реально работает. Да, ноги достают. Not bad. И теперь вплавь давай, она далеко. Ну как далеко? Давай. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Фух. Живем, пацаны. Опять избавились от этой страшной девахи. Спокойно. Так, это вообще похоже на какой-то сейф. Открываем. Нет, это просто шлюз. Опять она! Да их... Сколько их там? Тут... Ё-моё. Вы издеваетесь. Я даже прыгать туда не хочу. Я знаю, что все плохо будет. Давай, кнопка. И надо было сразу второй раз нажимать. Я уже понял ошибку. Да, нажал и второй раз, через какое-то время, через секунду, чтобы ее отрезать, эту красавицу. Хорошие мысли приходят, как говорится, да. Ой, не-не-не, нет, рановато.
А, нет, надо нажать и всплыть наверх, видимо, да? Потому что не успеваешь ты по-другому. То есть нажал, всплыл. А можно мне вообще всплыть? Я смогу тут забраться обратно? Такой вопрос. Надо проверить. Мне кажется, ты плюхаешься в воду. А, нет, сможешь всплыть. Тогда нажимаешь и мигом наверх. Ну! Так, надо ее оттуда отвадить сначала. Поэтому мы снова сюда запрыгиваем. Надеюсь, их там не две, а это одна красавица. Глаза, Дэн. И теперь уже... прыгаем и закрываем за собой. Да-да. Съела. Главное, ножки там свои не оставить. Это двери основательные. Поплыли. Рановато я нырнул. Но тут без... без жести по... по кислороду. Тихо-тихо-тихо. Ну что ж ты не держишься? Да, блин! Обнимашки опять. Цепляйся, цепляйся! А, кстати, я могу еще двигаться какое-то время. Все-таки она меня одолела. А может она хорошая, может она как Ариэль? Это не погибель, это скриптовая сцена. Реально, это хорошая девочка. Сейчас прилетает, знаете, вот от света. Свет начинается и оп-оп-оп-оп. Что нам не такое? Что? Присобачили какую-то фигню. Как в Матрице, только не с той стороны. Я не могу ничего сделать. Контроля нет. Так, рыбы, кажется, не очень добрые. Но я гуф, по идее. Хотя человека откачать можно спустя даже пару минут, пару-тройку минут. Может, там и больше были прецеденты. После того, как он нахлебывается и теряет сознание. Как ты живешь? Я не знаю, куда я плыву. Пытаюсь наверх. И мне типа сейчас не нужен кислород. Что за наркомания? Рыба, а ну-ка всю. Шуп-шуп. Давайте отталкиваться от того, что я уже умер. Просто. Потому что, ну... или я изначально был мертв. Не, ну я тогда не заканчивалась игра после каждого фейла. С собаками бы я грызся до конца. О-о-о. Ну я на свет все равно. Thank you.
есть можно еще умереть, да? Ну, то есть видите, что происходит? Ну, включаемся, ребят. Так и хочется мне отпустить. Да, я все еще каким-то грешь. Я должен был проверить. Ну, тогда непонятно, почему я все еще после того, как... Утонул, не утонул. Ну, в смысле, как я вообще живу? Как я плаваю? Что происходит? Говорят, концовка вообще бомбическая. И игра коротенькая. Не знаю, сколько я прошел, но точно уже больше половины, значительно больше половины. И столько вопросов. У меня нет ни одного ответа вообще на все вопросы, которые были заданы. Которые возникали вот сейчас. Ни одного, блин. Ни одного. И как это все разрешится? Фух. Там, возможно, можно было нырнуть. Так, стоп. Опять этот... Эти палевные штуки. Не-не-не-не-не-не-не. У меня недостаточно времени, чтобы крутить. А, ок, я понял тебя. Причем, если я сейчас побегу, то явно не хватает времени. То есть нужно крутить вот отсюда. Не туда! Ну, как-то да, как-то так. Нет, то тоже недостаточно. Больше времени значительно справа. Да не в ту сторону, вниз. Угол еще такой классный. Да хватит. Не, можно было еще дальше. Хотя сейчас угол будет такой, что прям под этот. Классно. Правильные источники. Правильная тень. А, я понял. Все. Сейчас нужно его еще сильнее пододвинуть, чтобы использовать не только как блок от света с последующим выстрелом. Ну и как? Да, мы сможем на него опереться. Угу. Круто. Вроде просто, но сделано круто. Ну прыгай. Молодец. И не забывайте, что я типа мертв. Ну или как ты научился дышать под водой. Трехочковый. Так, учитывая то, что теперь нет серьезного ограничения на... Да, там, видимо, тупик. Просто для того, чтобы упасть. Но запомни, что... Возможно. Это что за конструкция? Почему ты не перепрыгнул? Ага. Допустим. Ага. Хорошо. Молодец. Допустим, что у меня нет ограничений по воздуху. Я сейчас снова возвращаюсь в то место, в которое свалился на старте. И если в том моменте, где был люк, я не смог бы перепрыгнуть в первую очередь,
то сейчас могу перепрыгнуть. Но не стоит забывать, что когда я упал из этого люка, я мог бы перепрыгнуть спокойно. Я не ходил направо, короче, вниз, вот вниз направо. Поэтому если сейчас мы встретим что-нибудь... Ага, вон кнопка наверху. Кнопка наверху. Стоп. А это как вообще происходит? Я думал, я... Посмотрите наверх. Там как будто бы вода... Но вверх ногами. Ну, то есть я сейчас не в воде же нахожусь, правильно? Капли сверху падают. Динамика не та. А вот наверху... А, вот еще одна штука. Я сейчас не заметил. Не заметил ее. Да, нужно спускаться вниз, проверять правую часть, смотреть, если там что-то, что мы можем притаранить сюда наверх. Возможно, придется как-то воду сюда пустить, не знаю, чтобы до кнопки туда достать. Или в любом случае нужно сейчас проплыть направо и проверить именно справа. И кнопку, скорее всего, нажать тоже, чтобы открылся люк. Потому что в него, скорее всего, надо будет как раз справа притащить... Ладно, на обратном... Нет, не на обратном пути. Давай-ка откроем для начала. Сейчас посмотрим, что здесь. Что у нас здесь? Так, лестница, хорошо. Еще одна кнопка. А, вот что мы притаскивать будем. Понятно. Это много объясняет. А чего ты не можешь его? Эй! А он неподвижен, типа. Ага. Теперь прикольно. Сейчас мы ее снимем с этого, с этой оси. Нет, не готово. Еще разок. Еще разок. Бей, бей полностью. Не, не хочет. Короче, надо подгадать и сбить ее саму. Хорош. Окей. Да, одна проблема. Как ты наверх-то притащишь? Как ты притащишь наверх? Возможно, надо было ее толкнуть по-другому. С более высокой позиции. И тогда она могла бы долететь выше. Ну, сейчас я просто не вижу, каким макаром я ее могу поднять. Поэтому придется. Может, я поближе? Опять так? Нет, нет. Вместе. Вместе веселее. А, она летит еще со смещением. Да кто же знал, что она со смещением летит? Надо было проверить. Я думал, что она вертикально всегда летит. Оп! Оп! Ладно. Так, во-первых, здесь угол такой, что если прямо вот вплотную поставить, то может... Ну, а так ей не хватит, наверное.
Может дать инерцию вот такой вот? Угол, точнее, дать. Да, давай так вот. Раз. Должно хватить. Она довольно высоко летит, поэтому я уверен в победе. Ну давай уже, ну. Спасибо. Работаем. Так, далее. Далее, хватит ли импульса? Хватит. Только надо закрыть вовремя. Пыщ. Добро. И возвращаемся наверх. Теперь у нас есть возможность использовать вот этот блок для того, чтобы допрыгнуть до красной кнопки, нажать ее, собственно, и все. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Всем добрый вечер. У нас игра на вечер. Рубрика «Игра на вечер». Inside. Простенькая игра для детей, если не считать. А вот эта штука зачем? А, я смогу, в принципе, если ее сюда, то можно сделать двойное ускорение. Но, ладно, давай проверим сначала, как оно работает. О-хо-хо, хорош! Да, и там вода, реально. Нереально. Ладно, я поплыл тогда. Как? Они еще живые, дергаются. И они управляют, причем. То есть к ним подключен эти интерфейс. Ладно, я попробую доплыть вот до сюда. Потом кнопки спуститься, типа. Нет, нет, это все. А, я все уже? Да, беда. Не, ну я хочу ж на эту кнопку нажать, правильно? А может это не нужно? Может мне нужно просто в шлюз и все? Забить на ту красную кнопку. Там секретик мог быть. Что это? Куда это? А получается, я в любом случае, если попытаюсь назад вернуться, я гуф. Поэтому назад дороги к красной кнопке нет. Как же жить теперь? Я не знаю, как... Я продолжаю ломать все, что есть, не понимая вообще, что происходит. Ладно. Ладно, ладно. Жалко красную кнопку, я мог ее попробовать юзнуть. Капец. Красная кнопка. Чувствую, что это будет. Вон, товарищи приуныли в клетках. О! Взял ящик, подрезал. Я думаю, он пригодится мне в хозяйстве, поэтому не задаем лишних вопросов. Прятаться нужно столько. Вон еще с ребенком пришел сюда. А этих прям как тару, ну, в смысле, как груз какой-то. Не, ну может они хорошие, может это люди, например, больные, безвольные, которые... Может быть они пытаются их как-то спасти? Может быть... О, господи, я уровень воды могу поднимать, опускать. А, если я поднимаю уровень воды, то...
то дверь открывается. Если опускаю, то закрывается. Ну, опускаем, берем ящик, это очевидно. Переносим его, блокируем дверь. И все довольны. Спасти от свободного мышления. Да. От необходимости делать выбор, заморачиваться. Возможно, да, возможно. Пам-пам-пам-пам. То есть он упадет, получается. Ну и толку, что он упадет. Ну разберемся. Ты главное жми кнопки, и смотри на результат внимательно. А там как-нибудь. А, я мог попробовать, да. Неверно, в общем. Я должен был ящик на ту сторону. И тогда, ну, вот здесь его оставить, просто чуть-чуть передвинуть. Не к двери, а вот, вот здесь вот оставить. Тогда я смог бы... что смог бы? С его помощью забраться до линии... До линии воды. До ватерлинии. И проплыть по воде сверху до двери, при том, что она не будет закрыта. Такой вот у меня план. Мне кажется, он гениальный. Сейчас этот упадет. Мы опустим. Вот так вот. И вернемся. Ля-ля-ля. Оп. Да, ежишь. Вот такие вот игры на физике нужно в школе проходить детям. Сразу понимаешь. Многое. Итак, это явно минус. Наверное, лучше не подплывать. Мне не удастся здесь забраться. Поэтому плывем. Тупичок. Ну, ограничения по воздуху опять же нет, поэтому спокойно спускаемся на дно. Да, и тут как раз люди эти опять вверх ногами подвешены. Воу! Видите, они ничего плохого не делают, просто рот мальчишки затыкают, и все, и он ничего не говорит. Они реально добрые. Да стоп, я не видел... Так, вижу рубильник слева. Вижу рубильник слева. Я не видел, где линия проходит. Так, проплываем, смотрим. А, вон, теперь вижу. Теперь вижу, то есть мне нужно смотреть между этими двумя точками. Я думаю, надо последить за ними. Возможно, они просто свалят отсюда нафиг. Он уходит один. И вроде уходит второй. Двери закрываются. Ой, палево. И эти попадали. Сейчас тебе должны прийти. Да, у меня миньоны появились снова. Так, ребята, давайте революцию устроим. Я всех собираю. Побежали, побежали. Один голову в руках несет. Ну вон. Он сам без головы и несет голову. Что? Так, кнопка наверху. Подкинут они меня. Мне кажется, не достанут. Так, ребята, собрались. Не достаем. Еще. Вы кривые какие, а?
Не, ну вот сюда нужно. Есть тупичок. Так, вспомните все, чему вас учили. Еще. Нет, они бездарные. А, слушайте, я же могу воду снова включить. Ага. Я могу включить воду. Слева. Мы же их отцепили, в конце концов, правильно? Правильно. Стало быть... Так, вот это вот еще тело можно было поднять. Там чья-то рука там или непонятно какая конечность своей жизнью живет. Нога, кажись. Вот до сюда они меня докинут. Так, упыри, собрались. Оп! Так, пошла водичка. Валим. И главное, опять же, я не имею ни малейшего представления, для чего я это делаю, кто эти люди, кто я сам. И вообще я очень много ломаю всего. Давайте меня здесь подсадите. Спасибо. Ну и давайте за мной, за мной. Да-да-да-да-да, не расслабляемся. Я буду прыгать, жать на кнопку, вы меня ловите. Тимплей. Так, ребята. Никогда бы не подумал, что буду рассчитывать на группу овощей. Ой, ладно, с богом. Есть. Dream Team. Так, новые миньоны подключаются. Может, мы забьем кого-нибудь тогда? Так, а ну-ка. Не, не так, ну... Вот. А-а-а! Блин. Может, мы встретимся? Так, времени у нас 12 минут. Ой, время реальное. Это не совпадение, это часы, которые показывают реальное время. 23 часа 13 минут. И чего? Тупичок? Ну, мне здесь нечего делать. Я вижу, как люди только справа уходят в какое-то здание большое. Убегают. И еще убегают. Ну, подожди, мы не торопимся. Не, они по КД бегают. Они бегают по КД. Ну, короче, я к нашим иду тогда. О-хо-хо! Хорошо. Они живые, они меня приняли. Ребята, смотрите, как довольны. Воу, Михаил. Михаил, красавчик. Ладно, не будем дальше шутить на эту тему. Поехали. Так, здесь слева дверь. Красная кнопка. Так. А, и мы поднимаем пацанов туда. Хорошо. О, нет. Нет, 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 нет. Так, они наверху, но, в принципе, можно нажать на кнопку. А, нет, я думал, что можно нажать на кнопку и... А как же мне сделать так, чтобы они вышли, а я не вышел? Они тоже со мной вместе. Пришли, например, сюда. Стекло, например, выбили или... Так, я же могу, я же могу. Я же могу... Просто бежать в бок. Бежать, 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 бежать. Нет, они...
остались. Блин, если бы дверь не останавливали, не закрывалась. Так, нужно что-то подставить, чтобы дверь не закрывалась. Было ли у тебя что-нибудь там такое, что может заблочить дверь? Вообще нет. А, о, оказывается, сверху можно... О, не увидел я этот момент, когда пробегал, что сверху. Ну, по решетке можно было догадаться, что... Да и как-то, когда ты бежишь, справа видите темный потолок, а слева решетка. Ребята, пойдемте покажу. Стекло есть одно. Тут, опять же, два человека в касках есть, у них есть опыт. Работаем, смотрите. Ну, взялись. Нет? Нет? Без шансов. Так, получается, мы вызвали. Ладно, вниз пойдем тогда. Будем теперь вместе кататься на лифте. А здесь дверь. Глядишь, опять же выбьем. Или вместе, да, вот вместе поднимем. Красавцы. Ой. Ой-ой-ой. Масштабно как, а? Посмотрите. Огромный комплекс впереди. Тут явно надо подсаживаться. И музыка так гнетущая, я бы сказал. Оп. Так, ну я оставляю леммингов сзади. К сожалению. Они такие молодцы, такие послушные, исполнительные, прям ух. Все как будто эвакуируются, что-то. Все валят. Кажется, я где-то накосячил. Так, перед нами камера типичная. Где изучают этих товарищей? Вот напротив стоит еще видеокамера. За стеклом испытуемый. Кровь там какая-то еще. Над ними точно ставили и продолжают ставить эксперименты. Ой, этот гад. Не, он просто... Он даже на меня внимания сильно не обращает. Они просто куда-то бегут. На что-то смотрят. Да ладно. Эти тоже нормальные, без масок. Что? Кто? Что происходит? Ребята, куда? Стрим смотрят. А, не заметил, да. Не заметил я лесенку здесь. И главный герой видел, что там происходит. Я не видел, что, как.
и уже на меня внимания не обращают. Такие они интриганы. И все продолжают смотреть, сверху смотрят. Сбегаются новые люди. Опасно, как прыгать. Ладно. Блин, я развернулся к этой. А, вот так. Серьезно, только так? Да как? А, я могу уже наверх запрыгнуть, скорее всего, на эту штуку. Правильно? Я могу запрыгнуть сюда. Я думал, мне надо ее развернуть в эту сторону, чтобы с нее спрыгнуть. Опять усложняю все. Опять все усложняю. То, что привлекло внимание всех, находится вот в этой сфере наверху, которая надо мной прям находится. Ну и, конечно же, мне стоит все опять сломать, да? Ой. Михаил, ты не прав. Ой, ты не прав. Давай, давай, плыви. Явно нужно зацепиться за... Мне не получается, видимо, надо... Надо сначала выключить. А потом уже... Турбина работала на полную. Ой. А-а-а. Мне все равно непонятно. То есть они должны работать, чтобы... Чтобы наверх... Чтобы наверх я ушел, да? Так-то я не справлюсь слишком быстрым. Так, давайте попробуем, во-первых, слева найти что-то. Там же из воды мы можем выползти? Нет, не можем. Кроме выключателя тоже ничего нет. Под водой тоже пустовато. А, я мог попробовать, знаете, что сделать? Нет, не мог. Ну, типа, сбоку попробовать. Глядишь, меня сильно не вынесло бы. Ладно, снова включаем. А, может, она разгоняется медленно просто? Да, похоже. Да. Оп. А Майкер-то голый. И я... Что? Что, блин? Что, ломать опять все? Ты издеваешься. Вдруг они искусственный интеллект сделали. Из тел. Вон, например, нога там явно разумная.
Ты точно хочешь все сломать? Ёпрессе ты. Ой, меня засосало. Мне реально там... О! Я управляю этой штукой. Что? Что? Что происходит вообще? Что это такое? Почему? Почему? И это как бы... Кроме всего прочего, напомню, что я еще сдох в свое время, да? Не, ну как бы этим-то можно все объяснить вообще. Но как? Почему? Давай их пугать. Ой, я зацепился. Да, надо. Наркомания какая. Ё-моё. Вливайтесь. Он так бежит за вами. Я готов пробивать стену. Ну вы же меня не подтолкнете, правильно? Да ладно, подтолкнут. А ну-ка собрались. Ой-ой-ой-ой-ой, цепляюсь! Их не выдерживает. Как эта хрень рассыпается. Да, начал я с того, что мальчик бежит по лесу от кого-то, и от кого-то просто бегает и скрывается. Так, мне нужны миньоны, ребят. Нет, я оттуда пришел уже. Какая грязь! А, я могу контейнер взять. Долбаю тут к чертовой бабушке. Сейчас, погодите, я еще слева там снесу.
Я офигеваю в данный момент. Я молчу, потому что не могу понять, вот как так, как так. Зачем возвращаюсь? Хотя это не совсем назад. Нет такого понятия назад. О, кафетерий! Планктон, чертов. Дави их, дави! Дверь можно пройти. Директор! Я увольняюсь. Так, стоп, вижу кнопку красную наверху. Кнопка ли это? Ну, вытянуться так высоко я не смогу. Либо я должен был притаранить этот. Не, я не должен был притаранить этот. Может, вот. Вот. Поднимай ее. Чамы. Да бери, 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 бери. Чудовище. Не так просто управлять этим телом аморфным. А это... Ой, ну ты... Нет, 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 нет! Псы! Наконец-то месть! Что они могут? Шавки. Бросаю. Забираюсь. Не могу открыть. А, лестница? Вы по лестнице можете забираться? А, там этот заходит открывать, смотрите. Выпускает меня? What? Что они делают? Я сейчас как осьминог буду. Ай, пара сломанных рук точно. Ай. Да, что-то отвалилось опять от меня. Так, вижу дверь. Закрытом. Сверху вижу что-то. Давай, кидай. Ну кидай. Ну кидал же в прошлый раз. Так, давайте попробуем пока сообразить, что происходит. Мальчик лет 10. Бегает, 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 встречает очень странные вещи. Крайне странные вещи. С всякими манипулированием телами. Сейчас
Потом он находит нечто вот такое вот abomination, так называемый, в который странным образом попадает сам и может контролировать его. Ладно, горим. Да не боись, не боись. Нет? Не хочет. Ладно, давайте ящик попробуем. Вдруг в этом есть смысл. Теперь у меня горящий ящик. Ай! Ай! Так, ну его никуда не перенести, кроме... Тут включается противопожарка. Такая наркомания. Чем мне может помочь горящий ящик в руках? Ну, например, его можно бросить, попробовать поджариться самому. Что вообще? Как? Почему? Так, горящий ящик. Есть горящий ящик. Есть горящий ящик. А, я его могу перекинуть просто. Впервые, блин, на арене цирка. Нечто непонятное с горящим. Что? Ладно. Ладно, 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 допустим. Допустим, такое бывает. Допустим, такое действительно бывает. Вон там значок пожара. Я запускаю. А, типа... Ясно. Хорошо. Мы идем к какой-то цели неведомой. В другом состоянии, в другой форме. Но, блин, идем... Контейнер с мусором. Почему бы не взять с собой? Там ребята сверху тоже офигевают, в общем-то, от происходящего. Неужели они не смогут помочь? Ребят, можете цепануть вот этим крюком? Давайте, давайте. Мы же с вами в одной каше, как говорится, варимся. Да? Да? Не, видимо, нужно подставить под... Под эту кабинку. Где вебка? Вебка атмосферу, я думал, будет портить, но... Сейчас половину времени, это у меня... Знаете, такой смайл Джеки Чана. И... Я уже несколько жалею, что вебки совсем нет. Но ее не будет, я уже не буду напоследок ее ставить. Просто попробуйте представить. Ну, наверняка у вас тоже такое же выражение лица. Ну, цепляй. Молодец. Ага. Да, 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 да. Ну, еще шакот. Тоже, когда глаза открыты полностью и... Приоткрыт рот в изумлении. Блин, далеко отодвинул. А что, дальше никак? Надо еще чуть-чуть, по крайней мере. Чуть-чуть, по крайней мере. Они явно с крюком ждут цепануть вот эту штуку. Сейчас я пододвину, ну, слегка только. И буду надеяться, что мне этого хватит. Ну, ребята, ручками, ручками. Эй, тять, тять, тять.
где же ручки, да. Давай, 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 давай. Не, далеко все равно. Может ее расшатать? Воу! Воу! Охренеть. На четырех руках держу. 18 человек по объему. Цепляй уже. Блин, я тут еле держусь, а ты там думаешь. Ну! Ош! Так, ладно, спасибо, мне, в общем-то, так и нужно было. И главное, люди, которые меня окружают, они с таким же недоумением наблюдают за происходящим. Интересно, эта штука вообще способна меня под... Нет, скорее всего, я должен ее взять. А, нет. Он показывает, типа, давай мы ее активируем. Да, давай, давай вот так вот. Сможете? А я уж сам... Ну! MLG просто. А, я мог пройти, дурак, блин. Надо было дверь сразу. Еще разок, пожалуйста. Давай. Ай. Все, ребят. Так, еще одна хрень. Эй, ты... Ну, ай. Эй. Кажется, мною... Оп-оп-оп-оп. Ах ты, скотина. Дразнит меня. И вокруг, смотрите, сколько народу собралось. Прям целая аудитория. Замануха! Ах, вы скоты. Ну, вы не знаете мои обилки. Я могу жить вечно под водой. Вода моя стихия. Наверное. Блин, ну тут... Тут холодно. И темно. Вообще, вот здесь мне кладочка не нравится. Да, просто разберемся. На... Четыре блока очень... Было видно, что они ненадежно прикреплены. Бобра так просто не замуровать под водой, понимаете? Только вот непонятно. Я все по шву делаю. Но пока действую по принципу... Пока хватается, хватаю. Может, справа еще можно? Можно. О! Тут решетка. Может быть, удастся схватиться за нее. Эть! Я им всем отомщу. Они смеялись надо мной, они подвешивали ящик сверху. Я им устрою. Дайте только выбраться. Так, лесенка явно меня не выдержит, но... Она служит скорее ориентиром. Как это плавает вообще? Oh.
Разбег. Что же мне снится-то сегодня будет? Так. И вот я оказался на солнечном берегу. Один небольшой участок освещен. Один. И ничего не происходит. Кажется, только на теле что-то появляется. То ли это тени, то ли это кровь. Нет, это тени так работают. Что? Говорят, еще есть концовка. Ну, я хочу сказать, что эта концовка, она мне лично непонятна сейчас. И насколько сложно сделать вторую концовку? А, собирай все ачивки в игре две концовки. Может, посмотрим на Ютубе? В игре три концовки. Так, давайте на Ютубе посмотрим. Я в шоке, дорогая редакция. А есть ссылочка на вторую концовку на Ютубе? Я пока захват подготовлю другой. Есть. Открываем. А, короче, нужно было все вот эти вот штуки круглые собирать. И тогда будет все ок. Ну что ж, с Богом, ребят. Сейчас я поставлю. Единственное, что там звука не было. Я сейчас включу секунду. Раз. Дуас. Так, вроде есть. Дуас. Погромче. Да, отлично. И сейчас вам картинку включу. Так, если не хотите спойлеров, если хотите сами проходить, самое время выключить запись и идти играть. А, вот, во-первых, здесь у нас есть люк. Нетривиальная последовательность из действий, открывающая дверь.
Вот он, опять один из манипуляторов. Вдалеке. И ты его выключаешь. Так. И сам выключаешься. Понятно. Но это еще не все. Или сейчас титры типа пойдут. Я так понял, в это он сам себя отключил. Да, в это он, получается, сам себя отключил. Все. Мне нужно это переварить. Да-да-да, получается, что он такой же управляемый. Но это и понятно, мы же изначально им управляем. Просто разные уровни этого самого управления. Но что за груда тел? Может, сейчас на такие отменим баны за спойлер, потому что я в любом случае не найду самостоятельно сейчас ответы на вопросы. Что вы думаете, как это интерпретировать вообще? Почему, например, вот простой вопрос. Почему я начал дышать под водой после того, как очередного гуфа под водой? Почему я в эту массу попал и начал ей управлять? Ты не жив. А почему я до этого умирал тогда? Девочка-шланг подключила тебе, дало дышать. Это, кстати, да, она действительно что-то мне присоединяла. Имплантировала что-то, ясно. Проводили эксперименты над этой массой. Она развилась настолько, что взяла под контроль пацана, девочку водную сама себя освободила. Вот это похоже на правду. Но почему она тогда на берегу осталась? Ни жива, ни мертва. А тогда, так возможно... Это хорошая, кстати, версия. То есть были некие испытания проводились над созданием, допустим, искусственного интеллекта, да? Ну вот, который был в этом большом резервуаре. К нему подключены вот эти вот четыре манипулятора. Возможно, изначально, когда вы начинаете управлять мальчиком, это действительно уже действие этого самого интеллекта, который и ведет вас к тому, чтобы его освободить. Да, похоже на правду. Здравая мысль. Вот, но в конце, даже когда он освобождается и приходит типа на свободу, что дальше-то? Ей так было свободнее, выбралась из комплекса. Вот, а вот вторая концовка из серии найти и отключить, типа избавиться от этого контроля, она тоже разумна. То есть, если ты понимаешь, что вся игра построена на том, что тобой манипулирует нечто искусственно созданное, один из вариантов, да, это попытаться найти провод и разорвать связь. Ты во сне, в сознании мальчика, из лимба, девиз «Коллективный разум», только вместе пробьем любую стену. Open your mind. Ладно, хорошо. В общем, я буду переваривать. Спасибо вам за все. 3,5 часа мы втыкали. Ну, хорошо, на самом деле столько экшена, но вопросов по-прежнему осталось больше, чем ответов. Наверняка вы для себя в интернете или там, может, в теме на форуме какой-нибудь создать на сайте, там со спойлерами, можно их сворачивать, свои версии можно высказывать, потому что наверняка можно как-то еще дополнить эту картину. 14 концовок, что? Что?
Сейчас, подождите. Ну, тут, во-первых, показывают, как сверхи находят. Одна из 14 нас не интересует, не интересует. Сейчас убежусь в том, что действительно это... Да, эта концовка, по сути... Под сути одна, ты отключаешь себя, если найдешь все сверки. Окей, хорошо, понятно. Спасибо за внимание. Увидимся с вами совсем скоро. Пока.